Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Буква «Л» в нашем восприятии вызывает неоднозначные ассоциации. «И» – значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Звук «Л» дает людям любовь ко всему красивому, они верны в любви и способны вызвать к себе расположение. В любви ищут партнера, способного на взаимные теплые чувства. Буква «О» таит в себе энергичность и отзывчивость, упрямство и доброту. Мировоззрение родителей или домашнего уклада может ограничить их мышление и так прочно пустить корни в сознание этих людей, что в другом взгляде на жизнь у них может попросту отпасть надобность. Склонность к агрессии и взрывной темперамент очень характерны для владельца этого имени. Этих личностей сложно обмануть, видимостью для них всегда важна реальность. Значение буквы «Д» говорит не только о склонности к размышлению, всестороннему обдумыванию как философских, так и житейских проблем, готовности помочь, но и об упрямстве, гордости и независимости, а вследствие этого склонность к ошибкам, не всегда правильной оценке своих сил и возможностей. Владелец имени к своей цели стремится достичь исключительно собственными усилиями, не попадая в зависимость от других. Звук «Л» говорит о сильно развитых родственных чувствах. В любви часто капризны и нуждаются в человеке, способном управлять отношениями и принимать противоречивый характер партнера. Буква «Д» в этом имени не со всеми звуками удачно сочетается и вызывает в сознании настороженность, что приводит к сложностям во взаимоотношениях. Часто в характере людей с буквой «О» в этом имени проявляется упрямство, с помощью которого они могут достичь больших высот в карьере. Значение буквы «Ч» в имени символизирует чувство долга, верность принципам, заботливое отношение к окружающим. Люди, чьи имена резонируют с этой цифрой, часто становятся лидерами и первопроходцами в любой сфере деятельности, обладающими большим творческим потенциалом. Звук «Ч» в имени благоприятно воздействует на подсознание. Буква «Р» в имени символизирует решительность, высокую работоспособность, умение правильно анализировать ситуацию. Не обещайте человеку с гласной «И» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Верность слову, а также выбранной цели – это основная отличительная черта. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.